думаете, что он дорастет до таких масштабов? Я, знаешь, не думала, что будет столько интересных людей, которые захотят стать частью этого проекта. Будет столько интересных и молодых людей, которые поддержат это и из года в год будут расти. На этом подиуме было всего два показа. Очень сложно понималось вообще, что это такое, зачем. И даже те, кто работали над этим проектом, сложно понимали, во имя чего все это. Я хочу сказать, что этот проект, пусть он называется во имя дизайна, культуры и искусства, он сделан, наверное, больше во имя молодых, во имя тех метров, которым есть что дать, и эта платформа им нужна для общения. А в то же время я хочу, чтобы этот проект был таким, что называется, мостом для тех, кто приезжает сюда и по-новому открывает для себя Узбекистан. И я, наверное, не буду лукавить и говорить это для Красного Словца, вот здесь присутствуют наши гости, которые приезжают из года в год. Неважно, сколько раз приезжаешь в Узбекистан, каждый раз есть что открыть здесь. И я бы хотела, чтобы эти двери были всегда открыты. Потому что если существует диалог, если существует общение, мы никогда не знаем, сколько еще вот, проектов и картинок появится здесь, на этих стенах. Поэтому пользуюсь возможностью и еще раз благодарю всех, кто поверил в этот проект, работал над этим проектом, работает, продолжает верить. И хочу сказать, что вот только сейчас, наверное, 7-8 год, мы можем сказать, что бренд есть и проект осуществлен, и он живет. Первый проект состоял из одного подиума, небольшого задника, который я рисовала, и многие не понимали, почему там были часы. Так вот, спустя 8 лет я могу сказать, что эти часы тикают. Я бы хотела сказать, в том числе нашим мэтрам, я вот вижу здесь глаза тех, кто с нами начинал, не смотрите в мои глаза, ну что, а задавайте чаще себе этот вопрос, кто, если не я? И улыбайтесь, улыбка идет нам больше. Спасибо.